Самая обыкновенная лошадь принесла настолько редкое потомство, что ее владелица потеряла дар речи и долго не могла прийти в себя, когда узнала об этом. На ферме, расположенной недалеко от города Эксетер в английском графстве Деваншир, произошла удивительная история. Тания Макки, опытная заводчица лошадей из GFS Sport Horses, стала свидетелем поистине невероятного события, ее кобыла по кличке Destiny поразила весь мир своим потомством. История началась полтора года назад, когда Destiny удивила свою хозяйку, неожиданно родив двух идентичных жеребят, которых назвали Shockwave и Aftershock. Вероятность рождения живых однояйцевых близнецов у лошадей составляет примерно 10 тысяч к одному. Ведь подавляющее большинство близнецов погибают в утробе матери в течение 6 недель после зачатия. Но даже те же ребята, которым удается выжить в этот период, все равно умирают, так и не увидев свет, так что этот случай уже был невероятным. Поэтому, когда Destiny родила двух здоровых жеребят, радости заводчицы просто не было предела. При этом во время беременности ветеринары не обнаружили близнецов на сканировании, видя перед собой только один плод. Специалисты говорят, что анатомия лошади просто не предусматривает возможности вынашивания и рождения более одного жеребенка. Тания вспоминает, что ее любимица выглядела крупной, но ничего необычного в этом не было. Лишь за 3 дня до родов лошадь начала вести себя очень беспокойно, а женщина тогда еще не догадывалась, что это было связано с вынашиванием близнецов. Когда наступил момент родов, Тания была наготове, чтобы помочь Destiny. И вот, в один прекрасный день, лошадь родила двух здоровых жеребят. Близнецы быстро поднялись на ноги и с удовольствием начали пить питательное молоко своей мамы. Заводчица очень гордилась своей кобылой и не планировала снова ее осеменять, считая, что Destiny заслужила почетный отдых и заботу после такого невероятного достижения. После рождения красивых близнецов, Destiny ни на шаг не отходила от своих маленьких жеребят. Благодаря ее заботе близнецы быстро подросли и нашли свои новые дома, один из них даже попал к профессиональному спортсмену. Тем временем Тания продолжала заниматься разведением лошадей и надеялась на новые успехи. Она делилась своей радостью со всем миром через социальные сети, публикуя фотографии и рассказы о своих подопечных. История Destiny вдохновляла многих людей, показывая, что даже самые невероятные события могут стать реальностью. Ветеринары и специалисты по разведению лошадей также были удивлены и восхищены этим случаем, ведь такое событие действительно выходило за рамки обычного. Вскоре первые близнецы, Shockwave и Aftershock, уже достигли возраста, когда они могли участвовать в соревнованиях и показах. Оба демонстрировали отличные результаты и стали гордостью Тани. Заводчица отмечает, что работа с лошадьми требует не только профессионализма, но и большой любви к этим удивительным животным. Каждый день на ее ферме наполнен заботой и вниманием каждой лошади, и это в итоге приносит свои плоды. Спустя 18 месяцев после рождения первой пары близнецов, Тания поняла, что Destiny снова готова к беременности. Для продолжения рода нашли ирландского спортивного жеребца с прекрасной родословной. Он был участником Олимпийских игр в Сиднее в 2000 году. Было очевидно, что от союза с таким благородным конем на свет должен был появиться красивый и сильный жеребенок. Тания начала готовиться к важному событию. Вскоре Destiny забеременела, а ветеринары при ее обследовании снова не обнаружили ничего необычного. Лошадь выглядела крупной, а ее живот был просто огромным, но, как и в прошлый раз, ничего не указывало на нестандартную беременность. Когда наступил момент родов, Тания была наготове, чтобы помочь своей любимице. Однако Destiny снова удивила всех, она смогла успешно родить вторую пару близнецов. На этот раз это были кобылка и жеребчик, которые не были идентичными, но оба были белоснежными, как и их папа. Это событие стало настоящим чудом, и Тания не могла поверить в свою удачу. Получается, что 19-летняя кобыла родила целых 2 пары близнецов всего за 18 месяцев. Близнецы быстро поднялись на ноги и начали пить молоко, показывая, что они здоровы и полны энергии. Вероятность у лошадей родить 2 пары жеребят практически равна нулю, и все же, несмотря на все ограничения теории вероятности, это произошло. Подобных случаев в истории еще не было. Заводчица удивляется, как ветеринары не обнаружили близнецов во время обследования, причем и в первый, и во второй раз. Тания гордится своей кобылой и планирует продолжать разведение лошадей, надеясь на новые удивительные истории. Destiny же, не осознавая своей уникальности, продолжает радовать свою владелицу и всех, кто за ней наблюдает. Обе пары близнецов выросли здоровыми и крепкими, а у Destiny, к счастью, хватило молока на всех.
Эта история навсегда останется в памяти Тании и всех, кто следил за ней, как пример того, что чудеса случаются, и иногда самые невероятные события становятся реальностью.